Хотел передачу один в один отдать, смотрю, там никого нету. Смотрю, вратарь чуть ворота потерял, думаю, пробью. Самая большая причина, за чего мы победили, это что мы были одной командой. Это какие бы команде хорошие игроки не были, если она не будет сплоченной, если она не будет играть как единое целое, она никогда ничего не выиграет. Я благодаря этим, мы все тренера, сказать тренерам спасибо, всему персоналу, докторам, все, каждый доктор, каждый игрок, каждый тренер поучаствовал в этой.